Всем привет, ребят. Решил сегодня записать видосик, показать, что мы имеем за 2,1 миллиона самоцветов. Ну, то есть там вы можете себе переводить в паке. Я, возможно, и больше потратил. В принципе, покажу вам, что мы имеем на этом аккаунте, на английском сервере, вот за такой вот донат. В принципе, донат, по сути, небольшой по сравнению с русским сервером. Донат там за сколько мы там, не знаю, 2-3 недели, возможно, немножко больше. Не помню уже, какого числа начал тут активно играть. Но мы имеем очень многое, и хочу вам это сегодня показать, чтобы вы просто понимали разницу, что такое русский сервер там 3 года, и что такое английский сервер там месяц. С чего начнем? Давайте начнем с алтаря. У меня есть все герои, то есть абсолютно все, которые на сегодня есть. Прокачки, честно говоря, не особо спешу делать. Вот, допустим, те герои, которые вот переведены на вторую эволюцию с сотыми просветами, очень долго просветы качать. Как видите, сила у меня 260к из-за того, что у меня просветы там вот у всех, у кого десятки, вкачаны на сотый левел. И это, скажем так, еще не предел. Еще хватает героев, которых надо будет качать. Ну и плюс гарнизонные, думаю, вы видели. Я вам их показывал уже. Части там разных, то есть разные прокачки. Пока только у меня единственный герой на аккаунте — это бочка 12-12. Я думаю, у меня идея есть прокачать сначала всех гарнизонных на 12 и ими бегать по локациям, трешивать. Как вы видели, я там в этом в древнем испытании там трешивал. Ну реально, герой очень веселый, особенно бочка такой вот сборки, просто, просто кайф. Так, ну с этим разобрались, поехали, покажу вам. Ну, давайте начнем так, с мелкого, осколки, да, то есть осколками у меня тут тоже очень много героев, вот еще два огнекрыла практически собрал, ну, там есть еще осколки, дособираем, как видите, тоже тут неплохо осколками можно собрать героев, то есть проблем с этим никаких нет. Ну, еще многие не собраны, я их, честно говоря, не собирал, даже никогда не парился над этим, потому что они мне, по сути, не нужны. Как вы знаете, здесь один из самых кайфовых базаров, продается абсолютно все, с каждым днем оно все дешевеет, дешевеет и дешевеет, и можно отличные плюшки получить, то есть надо только выждать время, и в принципе все продается. Так, с этим мы разобрались. Ну что, поехали, наверное, в самое интересное для вас и для многих, что же творится на этом аккаунте в складе. Потому что за такой донат, в принципе, на русском сервере у вас склад там не особо будет переполнен. Как видите, у меня здесь ресурсы сейчас есть там 5 миллионов значков почета. Точнее, значков почета как раз таки 5 миллионов у нас нет, но это мы сейчас изменим. Орденов, там кристаллов 40 миллионов, это так, по мелочи. Миллион кулачков, 2,3 миллиона кристаллов героя. Поехали удивляться. Ну, книги у меня используются, поэтому у меня книг особо много никогда не бывает, они сливаются, то есть это не проблема. Слизни, вот так вот я вам просто покажу. Ну, это фигня, это на 66 тысяч, следующие слизни на 600 тысяч, тут уже побольше, тут на всего-то на 6 миллионов, ну а тут, не знаю, на 28 миллионов, вот так вот, ребят, у меня слизней есть. И на русском сервере у меня такого никогда не было и не будет. И на китайке, не знаю, там насчет остальных, там пишут на немецком, на Индонезии. Я, честно говоря, туда даже заходить не хочу, потому что тут еще более-менее интерес есть. Сейчас мы восполним значки почета. Ордена, опять же, орденов, как видите, потолок. Вот, я даже не буду считать, сколько тут миллионов, дофига, в общем. Кулаки, если у меня там миллион есть,
У меня еще дополнительно 3,2 миллиона, ребят. 3,2 миллиона кулаков у меня просто стоит вот так вот. И у меня некуда их использовать. Они копятся, копятся. Я стараюсь особо не набирать, потому что все равно лимит 9999. И к этому, думаю, очень быстро все дойдет. Скины. Давайте сейчас вам выйдем со склада, покажу скины. Что есть у меня уже по скинам. Ну, 8-10 франки. Хранитель 8-10. Призрачный всадник. Вот сердцеедка еще плохо. Душик. Валька тоже страдает. Малышник. Восьмерка, девятка, семерка. Ведьма я там заберу. Их можно собирать с хрустального сундука. Дрейк. Все. Вот это, как видите, вот эти скины. Это у меня. И которые осталось собрать. На моем сервере где-то плюс-минус то же самое. Но если сравнить времени, это собрано там меньше месяца. Повелитель бури, десятка, десятка, десятка. Есть еще только у меня Купидона, по-моему, скина нет. И Медузы, если не ошибаюсь. Их вообще у меня нет. А, Дед Мороз. Ну, Дед Мороз, Медуза, все остальное и Купидон. Все остальное уже десятки. То есть вот так вот. Тоже, в принципе, как видите, в плане этого, ну, тут еще куча, вот, если где-то у меня Ронинов, по-моему, у меня больше всего. 1310 на 22 тысячи кхшек. Ронинов я скупаю. Камни я еще не трогал, они копятся только. Ну, их не особо много, я их, честно говоря, и не скупал, потому что у меня кулаков валом. На аугментацию тоже оно со временем добавляется, убавляется. Не парюсь насчет этого. Карточки, кстати, очень неплохо здесь дают. Очень часто я уже 3 штуки накопил, на русском такого нет. 1000, почти 2000 смены у нас. Вот так вот, ребят, накопил. Волны я еще даже не проходил. Сейчас пойдем по локациям. Ну, синие и красные кристаллы, они у меня периодически ходят, потому что кую руны. Сейчас дойдем до самого основного, что самые ценные для меня и для тестов. Так, ну это... В КБшку я даже не захожу. На 134 героя у меня восьмерок уже накопилось. Ну, эти будем докупать, если нужда будет. 255 коробок. Я уже два раза там открывал вам таланты, даже этим не маюсь. Потом уже в конце пооткрываю коробки. Ну, по талантикам тоже тут смысла особо рассказывать нету. Тут продается абсолютно все. Каких хочешь количествах. То есть пакты, расколы. Единственное, у нас будет проблема, наверное, с чарами. Для этого у меня самый как бы копится. Это мы будем потом добивать. Ну, вот у меня камешки еще сохранились. Я перестал их покупать, потому что мне пока нужды нет. И особо там качать в потолок смотрителей тоже неинтересно будет потом все проходить. Ну и пошли у нас герои. Как видите, героев у меня не так уж и много. Я, в принципе, здесь и не ролю. Я один раз, по-моему, здесь ролил. Показал вам. Нужды вообще никакой нет, все покупается, опять же, 5 вольтов, 12 нубисов, ронины, стрелки, то есть все можно, уже 7 некросов, это мы были, рынок скупили один с камнями, вот плюс 5 некросов сразу Фреи, вот еще один огнекрыл, 2 огнекрыла я получил с Форбса, 2 первых места забрал, а те остальные собрал осколками, ну то есть, как видите, все герои, даже есть повторки в этом забиты. Так, что у нас интересное дальше идет? Карты. Думаю, пооткрываем, сравним количество. Пооткрываем на русском и здесь. Как видите, тоже они здесь очень хорошо даются, копятся. То есть это топовые карты с топовыми героями. Вот эти сундучки тоже хочу пооткрывать, но пока не открываю, потому что у меня и так много синих кристаллов. Поэтому особо смысла спешить нет. Так, это у нас 2 сумки. Вот так вот, ребят. Просто изи. 5-й психощит и 5-я ремка. Так, что у нас тут упадет? Тяжелый удар. В общем, дают здесь очень много всякой. Ну, живо 5-я. Ну, 5-й и 7-й я даже не считаю. Не показываю вам. Единственное, покажу вам, сколько у меня уже ремок. Это я при том, что я не все скупал. У меня уже 53 сета, плюс у меня еще на героях там хватает. Просто вот стоят, я их даже не трогаю.
Где-то приблизительно сравнился, наверное, я не знаю, сколько у меня там на основе, но там тоже прилично. Но это накоплено там за месяц. Куча таких сетов, коробочки, вот еще шестые, но это уже идут шестые эти эмблемы. Седьмые эмблемы, как видите, сумочки Огнекрыла. Надо будет питомцев пооткрывать. Сейчас зайдем к питомцам еще. Ну все, дальше пошли уже мелкие, пустой складик. Давайте так, питомцы. Питомцы редкие, я вам показывал на рынке, я не забирал даже. У меня уже по 2000, 2500, 4000 практически. И мне некуда. Вот единственное, вот этих трое еще 26 пока сделал. Надо будет пооткрывать, подокачивать. Ну и вся проблема с обычными. Обычных пока не дают. Но я надеюсь, я тоже их скоро доберу, потому что мне надо будут они. Так, есть. Ну, поехали. Покажу вам основное, из-за чего я, скажем так, играю на этом сервере. Это вот это третье, четвертое. И смотрим дальше. Сори, ребят. Пятое. И вот шестые пошли. Ну, шестые такое себе, а вот то, ради чего, скажем так. Посмотрите, сколько у меня уже здесь семерок. Там на героях куча есть сержив еще, то есть практически все сеты, кроме замедления. Замедления у меня здесь нет и тяжелого удара нет. В принципе, все остальное здесь так продавалось, надо будет еще замедление найти. Все остальное в изобилии, из замедления нельзя вытащить сундучков, то есть вот так вот. Для тестов как бы расколов куча всего есть. В общем, что я могу вам сказать? Для доната это реально кайфовый сервак. То, что ты можешь тестить, там бегать, играться в удовольствие. Но, конечно, интерес очень быстро пропадает. На русском этого же нету. Там все более, скажем так, востребованное, не такое дорогое. Возможно, в частности, здесь больше вы плюшек получаете. Но тут интерес быстрее пропадает играть, но я играю чисто ради удовольствия, ради тестов. Вот так вот показал я вам, что мы имеем на сегодня. Дальше будет понятно еще больше. Пишите комменты, участвуйте в конкурсах. Ссылочка в описании. Всем удачи, всем пока.